Выездное заседание комиссии по делам несовершеннолетних состоялось в детском лагере «Атамикен». Началось мероприятие с открытия профилактической акции «Внимание, каникулы», в котором дети стали непосредственными участниками. Заместитель акима города Бакыджан Нарымбетов отметил, что вопрос организации летнего отдыха детей во многом зависит от эффективного взаимодействия уполномоченных органов – полиции, отдела образования, представителей общественных организаций. Сегодня комиссия наша будет обсуждать межведомственное взаимодействие в рамках создания условий для детей летнего отдыха, также культурно-досуговые мероприятия, спортивные мероприятия для правильного проведения летнего времени для наших детей. В текущем году 82% школьников охвачены отдыхом. 1500 детей отдохнут в летнем лагере «Атамикен». Главная задача педагогов – правильно организовать интересные мероприятия для ребят. Каждый год они участвуют в городских, областных, республиканских мероприятиях, и мы видим, что наш труд, наша работа в правом направлении, потому что, видя их лица, жизнерадостные, видя их крики, понимаем, что наша комиссия, вот, да, несовершеннолетняя комиссия, и совместно с лагерем «Атамикен», с центром «Жасурпа» проводят огромные работы по осуществлению, по досугу, по организации таких мероприятий, что в правом направлении. Также участники мероприятия отметили, что работа по организации досуга и защите прав детей должна быть организована повсеместно. Марина Горбук, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42.